Это связано со вступлением в силу федерального закона о пассажирских перевозках. Согласно ему, в Сочи, как и в других городах России, появилось два варианта тарификации. Первый устанавливает администрация, второй – сами перевозчики. Поэтому теперь в Сочи в коммерческих маршрутках билет стоит 26 рублей. А в муниципальных автобусах плата за проезд пока осталась прежней – 22 рубля. Но это ненадолго. По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрия Усачева, уже в феврале цены сравняются, тариф поднимут и на маршрутах, которые обслуживает муниципальное предприятие «Сочи Автотранс». Подорожание коснется 64 городских маршрутов. Но есть и хорошая новость для льготников. Теперь на некоторых пригородных маршрутах и в Адлер, и в Лазаревское можно ездить по проездным билетам. В целом повышение стоимости проезда на маршрутах по регулируемому тарифу ориентировочно на 3-5 рублей связывают с ростом себестоимости перевозок, а именно подорожанием топлива ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.